Акция протеста греческих пенсионеров. У здания Министерства здравоохранения в Афинах собрались несколько десятков человек. Они требовали встречи с главой ведомства, чтобы ему лично заявить о своем несогласии с политикой правительства. Речь идет о решении властей сократить размер пенсий и социальных пособий. Отменены и многие льготы. Теперь пожилым грекам приходится платить за медикаменты полную стоимость, а также самим оплачивать визиты к врачам. Правительство урезало финансирование фонда медицинского страхования. Участники акции после пикета у здания Минздрава буквально штурмовали ведомство. Они ворвались в здание и покинули его только после встречи с представителями министерства. Мы столкнулись со многими проблемами. Правительство сократило наши пенсии, урезало деньги на лекарства, у нас все меньше льгот. Мы не в состоянии оплатить медикаменты. Ситуация очень сложная. Наши жизни в опасности. Мы просим, чтобы правительство вернуло нам льготы, чтобы на нас обратили внимание.